Так, друзья. А это Джина. Сидеть. Иди сюда, Джина. Иди сюда. Сиди. Молодец. Так. Посмотрите на ушко левое Джины. Что с ним творится? Это просто пипец какой-то. Было все нормально. Два красивых ушка. Походу папка перехвалил, и оно прям перевернулось в другую сторону. Смотрите, что с ним творится. Джина, ну, вот посмотрите. Это просто пипец. Вот это я подклеивал, а это лежало вот так же красиво, как сейчас лежит правое. Но вдруг почему-то вчера оно резко вот стало вот так вот наперекосяк. Я хрен знаю, что с этим ухом. Как-то вот очень быстро они меняются. То красиво лежат, то бац, сразу вот, вот так вот. Что попало, получается. Джина. Это просто не ухо. Это просто что-то. Вы посмотрите на это ухо. Джина, сидеть. Молодец. Лапу дай. Лапу дай. Молодец, Джиночка. Дина, место. 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 Молодец. Зато скажи, я такая послушная девочка. Ну ничего страшного. Папка ко мне. Ко мне. Сидит. Молодец. Дай лапку. Лапу дай. Лапу дай, Дина. Ну ладно. Ничего скажи, папка мне все исправит. И будет у меня красивые ушки. Просто скажи. Ну, вот такие ушки сейчас, они туда-сюда ложатся. Да, Джина? Иди, моя смешная девчушка. Джинка говорит, пойдем гулять, Тайсон. Ну, вставай, я тебя повыгуливаю, да, Джинка? Пойдешь, Тазик, с Джинкой гулять? Смотри, она тебя хочет... повыгуливать. Бегемотик маленький. Мышонок маленький. Пойдешь, Тазика, выгуливать, а папка дома отдохнет. Сегодня Джинка впервые на прогулке, когда идет снег. Да, Джиночка? Ты моя хорошенькая. Это аж он подбежал. Побежали, мои хорошие. Ах, ах. Классная погодка. Снег еще убрать не успели. Дорожки все чистенькие. Не грязно. Все белым-бело. Гуляем с хорошим настроением. Эй-эй-эй! Эй-эй. Тазик, бери, пошли. Бери, пошли. Ай, молодец, остановил. Что там, Тась, папку привез? Да, вот, смотри, впитывающие подстилки для животных. Джина, малышка, иди сюда, это тебе. Вот, на, разбирай, стели сама себе. Будешь теперь писать и какать только на подстилке. Хорошо, малышка моя? Ты же у меня умничка, ты же такая же умная, как мой Тайшин. Так что будешь теперь культурно ходить в туалет. Ну что, Джинка, давай посмотрим, что за пеленочки. А, ты мне помогаешь, да? Ну давай, помогай, Тайс, ты тоже помогай. Я какашку уберу. Только не за палец, Джинка, а то ты привыкла папку за палец кусать. Ну-ка дай, а то ты сейчас сами пеленки там разоймешь. Эх ты, помощники у папки вон какие. 10 штук. Вот. Ну-ка, стой. О, какие пеленочки, Тазик, смотри. Джина, ну-ка дай. Ну-ка впусти. Нельзя. Джина, сидеть. Сидеть.
Лина, сидеть. Сидеть. Лина, сидеть. Сидеть. Друзья, ей, короче, нужно это, купить нельзя. И эти... Ай! Что такое, блин? Жорожа такая маленькая. Нельзя! Ну-ка, нельзя, сказал. О! Нельзя! Нельзя! Нужно ей купить игрушки эти, лакомства и... О, хорошая пеленка, Джина. Ну-ка, нельзя кусаться. Сюда будешь в туалет ходить, понятно тебе? Играется. Нельзя кусаться. Рвать. Я только что приехал, просто они спали. Джинка обрадовалась и хочет с папкой поиграть. Джинка. Вот эти спортивочки папку уберет. Ну-ка, отодвинься. Все, да? Место оно останется, но будешь вот на вот такой красивый. А, наоборот, перевернуть надо вот так вот. Во! Смотри, как хорошо. Будешь здесь писать, какать, ладно? Только не грызть. Давай, пописай на камеру. Пописай на камеру. Давай, молодец. Ай, ты моя сладкая, ты поиграться хочешь. А какие мышцы у нее. У питбульки какие мышцы, вон они. Ух ты, молодец. Джинка. Джина, дай. Нельзя. Нельзя. За палец схватила и тянет. Вот это здесь будешь писать, понятно тебе? Писать будешь и какать. Чтоб больше нигде не смело мне ни писать, ни какать. А то хожу... И это, спотыкаюсь от твоей какашки, и да и об лужи подскальзывается папка. Один раз, представляете, короче, на кухне упал. Хорошо стул рядом стоял, я вот так рукой задержался, так бы головой ударился, и все. Написала папке прямо под ногу. Папка вот шаг сделал, и щух, поехал. Посмотрите, друзья, как она какает долго. Выкакивает прям все. Блин, надо это убирать теперь. Давненько у нас такого не было. И что ты наделала, питбулька? Фу, как завоняло. Тась, нельзя. Фу. Сейчас папка будет убирать. И маме, но здесь ботинок. Мама сама может. Чего помогать-то? Она вот так... Ногу тебе сломает. Мама какая, ногу сейчас тебе сложит пополам, да, Илюса? Ох, это мама. Объясни Илюсе, маме, как надо башмак одевать. Мамочка, ну мамочка, ну ты можешь... Это что у тебя на макушке сказать? Звезда? Маме на макушке. Тяни, толкай сильнее. Нажми пальчики эти. Пальчики поломает, да, тебе? Дай шапку, пожалуйста. Эй, ты мой голозенький. Илюсик, классная у тебя шапка, смотри, и в горло не дует. Голову вверх. Голову вверх. Не поднимать. А где твои варежки, Илюш? Сейчас дам. А вон на батарее чьи-то лежат. Чужие возьми. А где твоя музыкальная шкатулка? Нету. А где она? Вперед. Ну вот, достал телефон, она перестала приносить. Жена, на, возьми. Возьми. Здравствуйте, соседи снизу. Да? Да. Слышно, да? Очень сильно. Извините, маленькая играется. Ну, вы понимаете, вам надо или застилать пол, у вас деревянный пол. А у нас там такой скрипучий. Это, скрипучий. Да. И, значит так, после 11, чтобы вообще никак... Ну, вроде как бы вы сейчас, да, перестали после 11. Ну, я понимаю, этот шустрик носится. Да, он, я его сейчас воспринимаю. Просто как спортивная площадка.
Я вот после ковида, да, у меня... Это он с этим играет, с мячиком. Я, конечно, шуметь стараюсь, чтобы я понимал, вы у него что... твердые предметы, постоянно что-то падает. А это палочка, да. Мягкие игрушки. Все, я понял, я поаккуратнее. Да, да. Огромная просьба. Ай, молодец. Без этого глазуни, как спортивная площадка получается. Маленький? Маленький щенок. Ай, хорошо, давай. Как ребенок. Ну, он просто бесится. Ай, молодец! Давай сюда, Лена, дай сюда, дай. Молодец. Возьми. Классная Джинка. Уже мячики приносит. Джина, давай сюда мячик. Давай сюда. Ай, молодец! Ай, молодец! Джиночка, моя хорошая. Давай. Возьми. Возьми. Молодец. Принеси папе мячик, принеси. Ай, молодец. Дай сидеть. Джина, дай. Джина, дай. Дай. Сидеть. Дай. Сидеть. Сидеть. Молодец. Возьми. Молодец. Давай сюда, принеси. Принеси папе мячик. Ай, молодец. Дай. Дай. Сидеть. 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 Возьми. Я теперь понимаю, как она этот линолеум оторвала. Она просто его вырвала. Вы офигеете, как она сейчас это роет. Подстилка скользкая, поэтому ей не удается что-то там зацепить. А вот линолеум, он мягкий. И там легко вот когти собачьи протыкаются. Она как вот проткнет и на себя, и все, там линолеум сразу поднимается. Вот так легко, вы говорите, намордник одень, и пускай ходит, ничего не будет. Она легко перевернет всю квартиру при помощи лап. Это собака, ребят. Они могут асфальт грызть лапами. Смотрите. Джина, нельзя. Ну вот, пришел Тайсон, все забрал. Сейчас ляжет и будет лежать. Вот ты какой, Тазик, а? Сам не играет и другим не дает. Да, Джинка? Перепрыгнуть хотела, бедняжка. Он ее толкнул. Ух, это Тайсон, грубиян, да, Джинка? Грубиян наш Тайсон. Грубиян. Моя пузика. Пузика моя. Пузика Тазичкина. Ой, Тазичкина. Привык уже Тазик говорить. Теперь у меня Жинка. Жина из кувшина. Жина из кувшина. Ну, что ты сделаешь? Давай, сопротивляйся, папка. Папка тебя одной левой. Видишь, питбуль. Ну, что ты, питбуль? Что ты можешь? Что ты можешь, питбуль? Что ты можешь, питбуль, а? Вот так тебе. Берешь, давишь просто, и все, ничего ты не сделаешь, питбуль. Нельзя. Сидеть. Джина, все. Сидеть. Молодец. Голос. А, мы же еще с тобой не выучили эту команду. Ох, это так. Ох, это Тайсон. Опаньки. Все, мы в домике. А у нас, скажи, игрушек полно.
Жадина, говядина, да, тазик? Соленый огурец. На полу валяется, никто тебя не ест. Джина прячется за Тайсона. Чихуашка прибежал. Хозяин подальше идет, а Чихуа бегает. Так, Тайсик, пошли нам сюда. Твой пес? Пошли, Джина. Нашли такую баклажку. Тайсон убегает, а мы не успеваем. Ай, молодцы. Вперед. Дико, под ножки смотри. А то у нас тут бордюров много. Погнали сюда. Джина. Всем скажи привет, друзья, всем привет. На днях был стрим, а нет. Начну с того, что на днях я ездил на рынок, закупился мясом для наших собачуль. И во время стрима я его разделывал, фасовал, резал. Ну и мы вместе со зрителями решили попробовать сделать сушеные лакомства для собак. Поэтому несколько кусочков мясных я закинул в духовку. И получилось очень долго. Наверное, я больше этого делать не буду. У меня вчера весь день они сушились. И позавчера во время стрима часа 4 они также сушились. Короче, очень долго. Там у меня, наверное, нас света больше нагорело, чем я бы купил эти лакомства в магазине лучше. Ну ладно, давайте посмотрим, что получилось. Вот. Оп. О. Так, это у нас, значит, рубец. Вот такой получился. Малышке интересно. О, страшно тебе, да? Малышочек мой. Джинка, хочешь попробовать вкусняшку? А это у нас бычьи семенники. Видимо, я просто сделал их сильно толстыми, поэтому они так долго у меня сушились. Да, Джинка? Вот этот рубец, он был тоненький, поэтому он хорошо высушился. О, у нас Тайсон идет. Сейчас посмотрим, как тазик отреагирует на наше лакомство. Вкусняшки, Тайсон, да? Скажу, а что, можно уже кушать, что ли? Можно разбирать? И мелкая подтягивается. Ну, сейчас посмотрим, что будет тазик делать. Тайс, сидеть. Давайте я вас сейчас угощу. Ладно, пускай Джинка выберет. Джинка выбирает себе вкуснятину. Опа! Взяла бычий семенник, пошла жевать. Убегай, пока Тайс не отобрал. Давай, Тайс, на. Давай тебе тоже дадим вот такой смачный, толстенький кусочек бычьего семенника. Иди, давай тоже туда жуйте. Только вот Джинка уже рычать начинает. Тайсон, иди сюда, Тайс. Иди ко мне. Уйди лучше от нее подальше. Джина, ну-ка дай. Джина, дай. Ну-ка плюнь, сказал. Джина, вон у тебя там есть? Вон. Джина, вот, иди. Тазик, иди сюда. Тайсон. На, Тайсон, иди туда. Иди вон туда, иди. Или где хочешь, кушай, но подальше от Джинки, чтобы она... Ну, иди туда, куда-нибудь. Пусть там лежит Тайлик.
Сейчас будем проверять опять на зооагрессию. Ой, на зооагрессию, на пищевую агрессию. Кушай, кушай, Джина, кушай. Тази, кушай тоже, мой хороший. Смотрит там. Вот эту фигню я специально положил Джинке, чтобы она об нее когти точила. Любит ее, копать любит и грызть любит. Сейчас посмотрим, попробую отобрать. Джина, дай. Плюнь. 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 Ой, она так что-то плохо, мягкая какая-то. Джина, сидеть, 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 молодец. На. Ну, она уже не агрессирует, так что ничего страшного. Был у нас опыт, один раз тоже она рыкнула, попыталась. Папка на место ее сразу поставил, поэтому я думаю, что она больше себе такого позволять не будет. По крайней мере, со мной. С тазиком-то она на тазика рычит, если он рядом проходит с едой. Но это понятно, это собаки, это животные, это звери. Они за свою еду даже убить могут. Так что пускай сидят в разных местах и кушают. Да, Тайсон? Иди, мой хороший, кушай, кушай, кушай. Жуй, мой хороший, жуй. Никто у тебя не отберет, Джина тоже не отберет. Кушай, мой сладкий, кушай. И никого не слушай. У тебя самый смачный кусочек получился. Ай, как вкусно. И это мелкое хавает. Как вкусно, да, Джина? Ну ладно, не будем им мешать. Пускай наслаждаются едой, а то... Папка руки вечно сует, они быстрее-быстрее стараются скушать, а то папка типа отберет. Не будем мешать. Пускай не давится, спокойно кушает. И Джина тоже большой кусок проглотила. Почему тоже? Потому что Тайсон не стал его с ним сюсюкаться, жевать. Он его полностью проглотил. А эта мелкая, мелкота пузатая, тоже взяла и проглотила этот кусок. Все, хорошего понемножку, малыши. Нюхают, нюхают. Вкусно, Тайсон? Вот такая у нас вкусная еда получилась, малышня. Вот так вот. Буду вас баловать периодически. Блин, долго, конечно, это готовится, но... Зато вкусно, наверное, да, Тазик? Что скажешь? А, Тазюсик, вкусно было? Тайсон унюхал, у меня там еще решетка стоит с вкуснятиной. Все, хорошего понемножку, Тазюсик. В следующий раз теперь, ладно? Ну все, друзья, понравился видосик, лайки, комментарии. Как обычно, приветствуется. Пока-пока.